Вот он. Пришел. Скан. О, да. Запрашивает у меня оплату. 2.50. Подтвердить. Работает система банка Приват24. С карточки, на которой имеются какие-то средства больше, чем 2.50, они оттуда снимаются сейчас. Видно, все начали интенсивно в этом троллейбусе платить. Вот, прошел платеж. Вот, прошел платеж. Сейчас мне смс-кой придет в итог на троллейбус. Пожалуйста, вот он выскочил. Сейчас работает все, Игорь Александрович. И вот такой вот электронный билет приходит. И вот он приходит. На троллейбусе, на билете электронном написано серия номер, стоимость проездного билета, бортовой номер троллейбуса 487, дата, когда этот билет куплен, 1.3.2017 года, и время, когда произошла транзакция, 15:06:09 секунд. Достаточно кондуктору предъявить картинку этого билета, и вы подтверждаете тем, что вы оплатили проезд.